Все результаты мониторинга размещены на сайте Министерства образования и науки. Там сразу же, предвидя вопросы, я могу сказать, там есть ответы на вопрос, по каким показателям вузы были признаны не то чтобы неэффективными, а имеющими признаки неэффективности. Можно следующий сайт. 30 августа был подписан приказ, и, собственно, основная фаза всех изменений до где-то конца марта должна произойти, потому что по приказу в течение года реорганизация осуществляется. Но основные этапы – это, ну, во-первых, уже публичное пространство. Информация поступила, ее обсудили и в каждом из институтов. Создана рабочая группа сегодня. В нее вошли три ректората. Ректорат Тюменского госуниверситета, ректорат Академии, института. Ваш покорный слуга возглавил эту группу, и мы дважды уже заседали, принимали решения. Согласован план-график реорганизации, и сегодня полным ходом идет инвентаризация объектов движимого и недвижимого имущества в филиалах. В составе инвентаризационных комиссий работают представители нашего университета, но это больше техническая стадия. Уже вот не далее, как вчера, мы приняли решение о названии филиалов новых. Чуть позже там будет слайд. Решение конференции трудового коллектива Тюменского госуниверситета. И уже после праздников представитель университета поедет в Министерство образования и науки регистрировать эти изменения в уставе университета. Я обращаю ваше внимание, что самое главное, с какого момента филиал, или вернее институт и академия становятся филиалами университета. С момента внесения записи в единый реестр юридических лиц, так называемый ИГРУ. Единый государственный реестр юридических лиц. По плану графику и по приказу это должно произойти до 28 марта 2014 года. Следовательно, студенты и академия института предполагается, что по окончании учебного года 2013-2014 будут получать дипломы Тюменского госуниверситета. В общем-то, на слайде наглядно видно, еще раз повторю, самые, может быть, значимые, самые основные этапы. Вот что касается названия. Мы постарались максимально учесть мнение коллективов и института, и академии. Дважды обсуждался этот вопрос на заседании рабочей группы. И, собственно, это предложение Тобольской академии и Ишимского института. То есть вот название, которое мы будем ходатайствовать, коллектив университета, чтобы эти названия сохранились. Или, вернее, филиалы имели такие названия. Ишимский педагогический институт имени Ершова, филиал Тюменского госуниверситета. И Тобольская социально-педагогическая академия имени Менделеева, филиал Тюменского госуниверситета. Если быть более точным, то из названия ушло только слово «государственная» и «государственный», соответственно, институт и академия. Все остальное осталось так же, ну и, соответственно, указание на то, что это филиал университета. Я сразу хотел бы сказать, что у университета сегодня есть филиалы в Сургуте, в Нягане, в Нижневартовске, во многих других городах. Но, безусловно, открытие новых филиалов по своему статусу, по своей сути, это будут уже совершенно другие структурные подразделения. Почему? Потому что равнять их с теми филиалами, которые есть у нас сегодня, ни в коем случае нельзя. Не по количественным показателям, но самое главное, не по качественным. Пожалуйста. Вот кадровый состав вузов. Общее количество работников университета вы видите. Ну и дальше наглядно представлено, что имеют наши коллеги в институте и в академии. Общее количество профессорско-преподавательского состава, соответственно, что имеется в академии и в институте. Безусловно, новый вуз, большой вуз. А реорганизация, я подчеркиваю, сегодня в стадии реорганизации не только академия, институт, но и университет, он тоже реорганизуется. Потому что присоединение двух вузов, это меняет облик и самого вуза, к которому присоединяют. Вот, соответственно, можно сопоставить, и вы увидите цифры нового вуза.
Количество студентов то же самое. Если сравнивать с другими российскими вузами, то Тюменский госуниверситет и так был таким средним среднячком по количеству студентов. Сейчас, наверное, мы в такую категорию перейдем вузов, ну, по количеству студентов достаточно немногочисленную, где больше будет уже 35 тысяч, потому что здесь представлено еще без учета студентов наших института дистанционного образования, так я понимаю. Если брать с учетом студентов института дистанционного образования, то в Тюменском госуниверситете сегодня 30 тысяч студентов. Ну вот прибавьте к этому количество студентов в институте в Ишиме и в академии в Тобольске, то есть более 40 тысяч студентов будет всех форм обучения. Очная, заочная, очно-заочная, вечерняя. Дистанционная это тоже очно-заочная форма. Просто у наших коллег дистанционной формы обучения нет. По количеству учебных институтов и факультетов, сравнение тоже, посмотрите, при таком количестве студентов у нас 10 институтов, в академии, где студентов, ну даже без учета дистанционной формы, в 3 раза меньше, тоже 10 институтов, а в институте 6, там не институты, там факультеты. И сразу же предвидя вопрос о том, будет ли обсуждаться структура факультетская, институтская, будет. Сами и Академия, и институт уже сегодня заявили, что они осмысление это ведут. В рамках реорганизации посмотреть, нужна ли оптимизация, нужно ли объединение усилий. Потому что этот вопрос будет рассматриваться на заседании рабочей группы, скорее всего, в ближайшие 2-3 месяца. Но пока готовых решений нет, и мы даже, что называется, не подходили к его анализу. Просто вот цифровые данные, они как бы уже наводят на размышления о том, что надо бы оптимизировать общую университетскую структуру в целом. Потому что, если посмотреть по названиям институтов и факультетов, то все-таки некое единство должно быть. Подготовили на пресс-конференцию такую информацию: доли доходов вузов, доли общих доходов, доли внебюджетных доходов. Это может быть к вопросу о том, что для Тюменского государственного университета, безусловно, объединение не несет какой-то экономической составляющей, в том смысле, что кто-то за счет кого-то будет жить. Это, безусловно, не может даже обсуждаться, потому что объединение само, как процесс, вне экономической плоскости. Оно в несколько социально, я бы сказал, гуманитарной плоскости. В содержательно-смысловой плоскости объединения. Но тем не менее мы не можем выбрасывать такую важную составляющую, как экономика вузов. И по экономике вузов вы видите. Поэтому задача в объединенном вузе, чтобы привести к единому знаменателю все вопросы, связанные с общими финансовыми показателями. Доля внебюджетных доходов университета, вы видите, 92%. У наших коллег в академии 6,7, в Ишиме 1,4. И это, кстати, вполне объяснимо, потому что, скажем, Ишим совершенно другое отношение к платному образованию и возможности у населения. Это надо абсолютно четко себе представлять и понимать, нежели, скажем, в Тюмени. По количеству бюджетных мест. В этой связи я тоже хотел бы, предвидя некоторые вопросы о том, что объединение вузов может быть выгодно Тюменскому госуниверситету с точки зрения того, что у него будет больше бюджетных мест. Но у нас и сегодня достаточно бюджетных мест. По результатам 2013 года 1210 было. Причем обратите внимание вот на зелененький столбик. Это очень важно. Почему? Потому что если по количеству бакалавра, который мы принимаем на первый курс, не такие уж большие цифры, разница, да? 730, 528, ну, по крайней мере, в Тобольском. То по количеству магистров, которых мы принимаем на первый курс, а это только бюджетные формы обучения, в Ишиме магистратуры нет вообще, как класса. В Тобольске вы видите 20 бюджетных мест. А у нас 430 бюджетных мест, и более того, мы испытываем дефицит сегодня на естественно-научных направлениях, таких как физика, биология, география, экология, химия, история, кстати, дефицит на
в магистратуру не такой большой конкурс, как нам бы хотелось. Поэтому выпускники бакалавриата и Тобольского пединститута, академии и Ишимского пединститута, конечно же, в данном случае мы предполагаем, что будут в большей степени ориентированы на обучение в магистратуре именно в Тюмени. Что такое магистратура? Это второй уровень высшего образования. И если простым языком говорить, то это более серьезные требования к программе, прежде всего кадровые требования. Каждую магистерскую программу должен возглавлять доктор наук. Курсы должны быть оригинальные. И в этом смысле, мне кажется, вот как раз будет иметь хороший эффект объединения, потому что мы уже в Ишиме, участвовал в заседании ученого совета, мы договорились, что теперь все возможности для выпускников института будут открыты, и не будет вот той местечковости, которая, может быть, раньше присутствовала, потому что каждый вуз, естественно, хочет, чтобы его выпускники продолжили обучение у него. А здесь, вольно или невольно, будет развиваться хотя бы внутри региона академическая мобильность. То есть выпускники бакалавриата Ишима и Тобольска будут сориентированы на поступление в Тюмень. И мне кажется, это вполне правильно, потому что, с одной стороны, мы за пределы региона не отпускаем наиболее квалифицированные кадры. С другой стороны, все-таки академическая мобильность, развитая во всем мире, она полезна, потому что позволяет по-другому специалисту сформироваться. Он попадает в другие условия, не такие тепличные, как он находится у себя в вузе. Он попадает к новым преподавателям, к новым требованиям, и это его дисциплинирует, это более высокий уровень как бы уже самодисциплины. Почему во всех европейских странах считается хорошим тоном защищать диссертации докторские только в другом вузе, да и кандидатские. А сегодня даже уже нормальным считается как минимум один включенный семестр проводить в другом европейском университете. Да, у них другая инфраструктура, да, у них другие расстояния. Но от этого смысл-то не меняется. Когда вы в родной школе, вас все знают, да еще если мама работает заучем, да, то, соответственно, вы в одних условиях находитесь. Но как только вы попадаете, приезжаете в другую школу, вам приходится бороться, доказывать, и конкуренция всегда идет на пользу. Поэтому здесь примерно такой же принцип. Кстати, специалитет, тут у нас еще 50 мест. А вот что касается среднего балла ЕГЭ, я обращаю ваше внимание, хочу прокомментировать. В этом году Высшая школа экономики, на сайт можно зайти, опубликовала независимый рейтинг вузов по качеству приема. Мы сегодня с филиалами имеем средний балл ЕГЭ бюджетников 79. Это как бы высшая лига вузов, потому что все вузы, которые набрали больше 70 баллов, считается, что это зеленая зона, так называемая. Что значит 79? Это значит, в переводе на одного бюджетника, усредненно, вот тут 1200 бюджетных мест у нас, а ниже 79 у нас нет. Умножьте на 3 ЕГЭ, соответственно, вы получите результат средний. Под результатом 3 ЕГЭ сколько у нас поступили на бюджетные места, имеется в виду, с какими результатами, с какими знаниями. Ну и можно примерно прикинуть, если максимально 100, тут 71, то есть это твердая четверка, даже 4 с плюс, потому что, скажем, проходные баллы по математике, министерская шкала, разделяющая двойку и тройку, там на уровне, по-моему, 24 баллов была даже один год. По русскому языку, я боюсь ошибиться, ну, не больше 50 баллов. Вот наши результаты, причем у нас еще и количество олимпиадников, 8 человек, зачисленных по профилю. Это тоже результат, который, ну, нелегко нам давался. Это не просто олимпиады, которые вот областная олимпиада вот сейчас школьников, а это именно победители, призеры Всероссийской олимпиады, заключительного этапа федерального, либо олимпиад, которые внесены в перечень министерства. Вот таких у нас 8. Это каждый из них, это уникум, это талант, и за каждого из них мы бьемся. Это дети, которые, что называется, на разрыв между Тюменским, Санкт-Петербургским, Московским государственным университетом. Мы буквально их оттягиваем. Вот диалог с родителями, с абитуриентами идет до последнего, до дня зачисления. У наших коллег из Ишимской академии, из Ишимского института 60,4, а из Академии имени Елеева 59,7. Кстати, для вузов минимальное требование для того, чтобы вуз считался эффективным, в этом году, насколько я помню, не меньше 60 баллов должно быть по результатам ЕГЭ. Мы посчитали, если бы у нас был объединенный вуз, то мы бы имели результат 66,8. Ну, если сложить все, что мы имеем.
Мы в общем университет, в общероссийском рейтинге 131 место занимаем. Среди классических вузов мы занимаем 14-е, 11-е место в России. 11-е. По, если брать вообще, вот сколько там, 1500, по-моему, у нас вузов. Классический университет 11-е место по качеству приема. И 131-е среди всех вообще вузов технических, медицинских, аграрных и так далее. Если бы у нас был общий вуз, мы бы имели 66,8. Поэтому главная задача на ближайший год стоит, состоит в том, чтобы нам сохраниться на уровне 70 баллов уже объединенному вузу. Что для этого надо? Для этого надо заниматься активно рекрутингом и профориентацией на новых территориях. Это Североказахстанская область, это Ханты-Мансийский автономный округ, это Ямало-Ненецкий автономный округ. А вы знаете, что Академия имени Менделеева очень активно участвует, скажем так, в подготовке кадров для автономных округов. Ну и, безусловно, мы традиционно присутствовали, и сейчас все свои ресурсы предоставим для наших коллег. Мы присутствовали в Кургане и отбирали там достаточно неплохо лучших абитуриентов. Отчасти тот север, который к нам примыкает, Свердловской области, ну и хотим в этом году попробовать часть еще и Омской области, которая ближе к Ишиму. Что из этого получится, мы посмотрим. Потому что, конечно же, мы реалисты и понимаем, что, скажем, там из Томска в Тобольск учиться не поедут. Из Новосибирска в Ишим учиться не поедут. Но вот Северо-Казахстанская область, русскоговорящая, с которой у нас партнерские отношения между регионами, и законодательство позволяет их принимать на основе их результатов, мне кажется, вполне могли бы поехать, тем более, что педагогика, она достаточно универсальна. Если не брать содержательную компоненту, ну, как вы понимаете, что в Казахстане физика, что в России, что в Соединенных Штатах. То есть базовое, то есть в этом смысле знание, оно едино. Подходы, конечно, к его передаче, к методике преподавания могут быть разными, но в области технических и естественных дисциплин здесь легче. И мы могли бы попробовать здесь готовить специалистов для наших коллег. Насколько это будет нами реализовано, мы пока еще изучаем специфику. Нужны ли мы там, будем ли мы востребованы. Но задачу такую мы себе сегодня ставим и прорабатываем. И уже обсуждаем с коллегами из Ишима. Само по себе объединение, просто механическое, и изменение названия, качество образования не изменит. Для того, чтобы качество образования изменилось, нам всем трем коллективам, трех вузов, надо серьезно поработать. Что для этого необходимо? Для этого, безусловно, необходимо посмотреть на кафедральную факультетскую институтскую структуру раз. Для этого необходимо посмотреть на программы, и мы уже это анализируем, образовательные. Какие есть в Тобольске, в Ишиме, какие есть у нас. Я вам сказал, что часть наших преподавателей квалифицированных, физиков, химиков, географов, экологов, биологов, могли быть и были, будут задействованы в преподавании тех курсов, которые сегодня читают наши коллеги. Это другое качество. Это другое качество. Те возможности, которые есть у нас, мы можем предоставить для наших коллег, и мы уже начинаем это делать. Вот не так давно проходил семинар, компания Thomson Reuters. Представители этой компании приезжали, они являются администраторами базы Web of Science, сеть науки так называемая. Это реферируемая база реферируемых журналов зарубежных. И как с этой базой работать, объясняли не только нам, нашему вузу, а это для нас новое. Потому что сегодня, вы знаете, интернационализация науки. Потому что мало опубликоваться в сборнике в тюменском. Если тебя никто не читает, то это не наука. Надо читать все передовые журналы, для этого есть специальный реферируемый базы данных, а с ними надо уметь работать. Тогда тебя прочитают где-то в Чили, или в Перу, или в Австралии. И, возможно, если ты что-то путное написал, на тебя сошлются. Вот это и есть наука, то, к чему, собственно говоря, министерство и призывает. Но для того, чтобы вот эта простая схема работала, надо проделать огромный путь. Надо понять, что это за базы. Они очень дорого стоят, как с ними работать. Вот такую работу мы проводим сегодня не только для себя, но и семинар был выездной уже в Тобольске. А коллеги из Ишима приехали к нам. Полезно это или нет? Ну, если хотеть, то можно воспользоваться. Если не хотеть, то... Далее. Качество образования. Какие преимущества в Тобольске и в Ишиме? Близость к непосредственным работодателям. Тобольск – это нефтехимический кластер. Есть наработки у нас. Вот не далее, как вот буквально час назад, мы спорили до хрипоты в горле, куда будет развиваться Институт физики и химии.
Очевидно, что он не может не учитывать открытие нового завода, которое недавно состоялось, и формирование нефтехимического кластера. Мы должны ответить на вопрос вместе с Табаляками. Как мы будем полезны в этой части? И Табаляки не могут сегодня, Академия, тоже от этого уходить. Потому что они готовят не только учителей, не только учителей-предметников. Еще по качеству образования. Тюменский госуниверситет имеет сильную педагогическую школу. Академик Загвизинский, известный корифей в области педагогической науки. Очевидно, что сегодня уровень интеграции хороший, а будет еще лучше, потому что наш институт педагогики и психологии будет очень плотно завязан на подготовку и учителей-предметников, и учителей начальных классов. Плюс мы можем нашим коллегам дать что? У нас сегодня открыто педобразование, у нас очень хорошая лабораторная база. А в Институте физики и химии, в Институте наук о Земле, в Институте биологии, в Институте математики и компьютерных наук. То, чего у них нет. Представьте, учитель идет в школу, и он знает, как самые современные приборы, он на них работал. Если этого нет в Тобольске и в Ишиме, то они могут приехать к нам. Кто не был, ради интереса в техноцентр, просто зайдите, когда стоит оборудование стоимостью 160 миллионов, и оно работает. Не просто собрано, оно работает сегодня. Мы сегодня по гранту, допустим, суперкомпьютер загрузили, представляете, на 100%. Совместно с ГМС «Нефтемаш», ну наш завод «Нефтемаш», там сегодня моделируются определенные процессы. То есть это не просто, ну как бы, красивая игрушка, которую мы показываем и говорим, вот посмотрите, вот это стоит 100 миллионов. Все говорят, ах, как это замечательно, а что вы на нем делаете? Ну это другой вопрос. Сегодня это работает. И мы хотим, чтобы будущие учителя, они видели это и знали. Потому что в Тобольске и в Ишиме такого оборудования нет. Есть кадры, которые могут, наши физики, наши математики, которые могут быть задействованы в подготовке будущих учителей. При том, что хорошо готовят и в Тобольске, и Ишиме, но нужно, запрос-то есть на учителя, ну, нового поколения, нового формата. Учителя, который, а, спокойно говорит по-английски или по-немецки, б, который дружит и на ты со всеми информационными технологиями, в, который в хорошем смысле является фрилансером, он не догматик, он спокойно самые новейшие педагогические инновации очень творчески применяет. И четвертое, тот, который знает, что творится на передовых рубежах науки. Да, он может быть не исследователь, но этот учитель может объяснить, а в чем смысл хотя бы ученикам Нобелевской премии по химии в этом году? Простым доступным языком. Или по физике, или по математике. За что дали медаль Филдса очередному там ученому. Понимаете? Вот в этом и состоит задача. Вот если эти будут шаги сделаны, я не хотел бы сейчас лозунгами, нам для этого предстоит очень серьезно потрудиться. Для этого предстоит компромиссно поработать. Для этого предстоит пойти на определенные изменения, самим внутри вырасти, всем трем коллективам, провести большую работу, вот тогда качество образования изменится. А так механически, ну вы же взрослые люди, понимаете, ну что, объединились. И что от простого факта подписания приказа качественно изменилось образование? Конечно же нет. Там в рейтинге вуза там было несколько позиций. С данной точки зрения присоединение новых вузов для ТГУ, это новые возможности, какие-то личные опыты, как поднимать рейтинг присоединяемых вузов, то есть ТГУ механизм, сроки, не будет ли это некая искусственная такая работа необходимых показателей. Чисто с количественной точки зрения мы, конечно, становимся больше. Вы видели, по количеству студентов, по финансовым показателям, я вам могу так сказать, что мы в данном случае ничего сильно-то не приобретаем. Ну, конечно, мы в физическом плане становится там бюджет больше, да, но ведь вслед за финансами обязательства следуют. Поэтому я бы для себя думаю лично, и для коллектива университета, даже для многом для коллективов института и академии, вот это объединение – это интеллектуальный вызов. Его надо рассматривать именно так. Конечно, здесь есть хлопоты, чего греха таить. Представьте, три коллектива должны работать на одной платформе. И должно пройти время, это не год и не два, прежде чем это будет единый, вот в таком подлинном смысле, университет. С формально-юридической точки зрения он станет в 2014 году единым.
А по сути пройдет какое-то время. Это объективно так заложено. Ну не бывает так, да? Это как создать новую семью. На второй же день она уже вот вроде бы расписались, да? А семья же на какое-то испытание времени должно пройти. Может быть, не совсем удачное сравнение, но смысл примерно в этом. Потому что должно появиться то незримое, что объединяет нас. С Тобольском, с Ишимом у нас сегодня наработаны связи, есть кооперация, но тут-то должен быть единый вуз. От нас работодатели ждут другого. Нам задачи другие ставит учредитель, то есть Минобразование. И эти задачи должны решить только коллективы. Вот тогда, по показателям, мы можем получить тот эффект, на который рассчитываем. Другие ресурсы привлекать концентрированно. Совершенно использовать преимущества, те, которых сегодня нет, скажем, у других вузов. Ну, не у каждого тюменского вуза, скажем, после объединения, да, мы можем сказать, есть такая мощная материально-техническая база. Практики можно будет активно так проводить, ведь вот в том же Тобольске у них есть возможность принимать на практику наших естественников. Вы скажете, почему до этого не было? Да проза жизни. Ну, потому что, когда вы живете в одной семье, это одна ситуация. А когда вы, может быть, и хорошие друзья, это другая ситуация. Так? Дружили, да, общались, но не так часто проводили совместные исследования. Допустим, коллеги над той же тематикой могли биться, над которой и мы конкурировали, которой занимались и мы. Вот сегодня это будет исключено в одном вузе. Поэтому посмотрим уже летом 2014 года, удастся ли нам решить задачу сохранения качественного приема. Это первый вызов. Ну и вторая задача – это пройти без социальных потрясений. С одной стороны, провести реформы необходимые. Сама реорганизация предполагает определенные реформы, определенные изменения. Ради чего тогда все это делается? А с другой стороны, не потерять коллективы и не допустить социальной дестабилизации. Понимаете? Скатиться в крайности очень легко. Либо увлечься, если будет реформаторский зуд, и потерять то даже то доброе наработанное, что сегодня имеется. Либо наоборот, опасаясь каких-то социальных потрясений и боясь там, я не знаю, может быть, не преодолевая инерцию, ничего не сделать. Ограничиться только сменой вывески. Мне кажется, и то, и другое чрезвычайно опасно. Я постарался, по крайней мере, ответить, если получилось. Все-таки какие-то изменения произойдут в образовательной деятельности присоединенных организаций? Ну, безусловно, произойдут. То есть, вот смотрите, будет теперь единая политика приема, то есть совершенно другой формат профориентационной работы. Это раз. Те рынки, которые для нас уже являются, я скажу простым языком, традиционными, мы их сейчас откроем для Тобольска и для Ишима. Там, где мы уже хорошо представлены. Потому что мы более вуз масштабный, с хорошими наработанными практиками, мы входим, скажем, в Ямал, Ханты. Мы откроем это и для Ишима, и для Тобольска. Потому что абитуриент, который сегодня в Нефтеюганске, и он думает поступать или не поступать ему на учителя физики, он задумается, поступать ему в Тюмень или достаточно в Тобольск. Ведь Нефтеюганск ближе к Тобольску, если он особенно планирует там работать. Согласитесь? Потому что Тобольск на границе с Ханты-Мансийским округом. Да, у них там есть свои вузы, но у Тобольска хорошая история, хороший имидж, и плюс возможности Тюменского университета. Вот вам, пожалуйста, это первый момент. Второе. Обязательно будет проведен аудит образовательных программ. То есть они будут сопоставлены, что реализуется там, что реализуется у нас. И мы постараемся выстроить программы там, чтобы бакалавриат весь, раз там нет магистратуры, то имели возможность выпускники массово поступать в магистратуру к нам, на бюджетные места. Это еще и доступность образования для выпускников в Ишиме и в Тобольске. Конечно же, вот мне задавали вопрос в Ишиме, а как быть с заработной платой? Ну, мы сейчас вот, у нас, скажем так, не одинаковые заработные платы, но мы будем стремиться, чтобы в едином университете и в Тобольске, и в Ишиме, и в Тюмени, и показатели, они со временем сравнялись. Это не будет в одночасье, потому что это очень сложно, для этого надо иметь ресурсы. Внебюджетная часть университета одна, а в Ишиме, скажем, она абсолютно другая. И здесь надо 100 раз отмерить, прежде чем один раз отрезать. То есть не так произойдет, что вот
с 1 января мы всем сделали одинаковую зарплату. Нет, такого не будет. Но стремиться к тому, чтобы в рамках одного региона мы просто обязаны, и сделать это обязаны, просто потребуется определенное время. Ну, я не знаю, в какой еще части, что конкретно произойдет. Лучшие практики Тюменского госуниверситета, лучшее из того, что мы накопили, оно туда уже приходит и придет. Плюс то, что имеется в Тобольске и у Тобыляков, и у Шимцев, мы тоже берем на вооружение. Пока у нас, дай бог, сложились очень хорошие конструктивные отношения. Еще пожалуйста. Кстати, интересно, как работники, сотрудники Минов и отнеслись к такой реорганизации? Все-таки больше позитивно или они хотели оставаться независимыми? Может, какой-то мониторинг проводили общественного мнения? Мы не проводили социологических опросов, я могу опираться на собственные ощущения. Первое, что я могу сказать, безусловно, восприняли реорганизацию по-разному. Были те, кто обрадовался тому, что может получить диплом Тюменского госуниверситета, но были те, кто считает, что это не пойдет на пользу. Что на сегодняшний день имеем? Я, допустим, с коллективом, ну, по крайней мере, с ученым советом Ишимского пединститута встречался. Настроение очень хорошее. И мы договорились и с табуляками, и с нашими коллегами из Ишима, что это вот как вот бокал, да? Можно же по-разному посмотреть, он наполовину пустой или наполовину полный. Так и здесь. Можно искать недостатки, можно ссылаться на хлопоты, можно говорить о том, что утрата вот сейчас суверенитета образовательного, она ведет к разрушению. И посмотреть на это все очень пессимистично. А можно наоборот, поставить себе задачи и сказать, давайте мы постараемся по максимуму из этого выжить и преобразоваться. Как Тюмень изменить, так и Тобольск и Ишим. Все лучшее, что у нас есть, постараться взять. Может быть, не все получится, но, по крайней мере, настрой такой. Договорились, что цели себе ставим именно вот по второму пути идти, постараться максимум полезного взять из этого объединения. И буквально через 2 недели у нас состоится встреча и заседание рабочей группы в Тобольске. Мы съездим. На днях на электронную почту мне пришло предложение. Пока не знаю от кого. Сейчас будем списываться. Будет ли встреча в коллективах? Ну, то есть не с учеными советами, а более широко с коллективами студентов, преподавателей в Тобольске и в Ишиме. Будет. Уже надо сказать, что жалобы поступают, такие бытовые вопросы. Просят разобраться там вот по Тобольску. Обратите внимание на это, на это, на это. Хотя мы никакого юридического права еще не имеем на то, чтобы сегодня это самостоятельный вуз, где есть ректор, есть ректорат и есть все возможности для того, чтобы реагировать. Но это, мне кажется, позитивно, потому что уже начинают воспринимать как единый вуз. А это первый момент. И второй. Решение ведь это воля учредителя. Вузы учреждены государством в лице министерства. И решение о реорганизации принято государством в лице министерства. Поэтому период обсуждения, мне кажется, он теперь прошел, теперь надо настроиться на конструктивную работу. Если мы сейчас начнем это решение обсуждать, вновь дискутировать, а вот правильно оно или неправильно, то есть мы ничего хорошего, то мы только назад оглянемся, и ничего хорошего из этого не выйдет. Мы раскачаем лодку, и в результате пострадают все 3 вуза и регион. В конечном итоге и школы конкретные, система общего образования, потому что надо думать о том, как нарастить количество выпускников квалифицированных. Если у нас в этом году выпустилось там чуть больше 7 тысяч выпускников, а в первый класс пошло 17,5 тысяч первоклассников. То есть вы представляете, это только по этому году, какая разница и какое количество нам скоро надо будет учителей. Они же на пустом месте не возьмутся, мы же их с Луны не завезем. И мы их не завезем с Хабаровска с вами и из Москвы не поедут. Это будут наши выпускники. И надо их уже начинать готовить. Еще такой вопрос. Известно, что Тюменский госуниверситет единственный вуз, который вошел, так сказать, в активную стадию реформы с присоединением двух вузов. А в России такой документ проводится на передаче. Как вы тогда располагаете информацией, как в тех вузах этот альянс на практике реализуется? И есть ли проблемы? Я лично не знаком с практикой, но внимательно слежу посредством массовой информации. Конечно, сегодня реорганизационная процедура, наверное, ну, может быть, в 3-4 десятках вузов идут. Везде они идут по-разному.
мы с вами можем наблюдать, как шло присоединение там некоторых вузов московских, но там специфика, там все обременено имуществом и определенными финансовыми отношениями. В этом смысле мы от этого избавлены, потому что, как вы понимаете, искус имущественный и финансовый здесь отсутствует всячески. Опыт присоединения, вот наши коллеги, я разговаривал не так давно с ректором Российского государственного профессионально-педагогического университета, они сейчас тоже очень непросто присоединять Нижнетагильскую педагогическую академию. Если вы помните, они обращались к нам прошлый год, чтобы мы их тоже к себе присоединили. И мы тогда сказали, ну как-то нелогично, помните, из Нижний Тагил присоединить к Тюмени. Нигде эти процессы не идут легко. Потому что по определению отказ от самостоятельности, он не дается легко. Это надо переступить через собственное «я», это надо найти позитивные какие-то моменты, это надо по-другому построить траекторию своего поведения, это надо набраться мудрости. Поэтому, ну, в то же время, по крайней мере, в Уральском федеральном округе сильно конфликтных таких вот процессов я не наблюдаю. Потому что все понимают, что эти процессы объективны. Но не может быть так, что 1500 вузов, при том, что мы с вами на начало там, распада Советского, на момент существования, там, конец существования Советского Союза, мы имели определенное количество вузов, было, по-моему, там, порядка 300-400, и энное количество преподавателей. Потом вдруг резко молодая Россия, совершенно другая экономическая ситуация, ректорам дали возможность самим выживать, появилось платное образование, появился массовый спрос, открылись все шлюзы, количество преподавателей не увеличилось, а количество вузов увеличилось в разы. У нас стало больше 1500 вузов. Преподаватели-то как были, они так и остались. То есть чем мы поплатились? Качеством образования, девальвацией диплома. Ну когда-то надо наводить порядок, как бы мы к этому ни относились. Ну прошла эпоха, но не может быть в каждой деревне по вузу. Это ненормальная ситуация для всего мира. Другой разговор, что в каждом конкретной ситуации надо смотреть, потому что здесь вот та ситуация, когда лес рубят, иногда могут щепки лететь. Но наша ситуация, мне кажется, не из этой серии. К вопросу, что волнует студентов в процессе реорганизации. Перед пресс-конференцией мы сделали звонок и в Ишимский пединститут, и в Тобольскую академию. И проректора по внеучебной работе зашли в аудиторию к студентам и спросили, что вас волнует, какие вопросы хотели бы вы задать ректору. И вопросы прозвучали следующие. Сохранится ли за нами бюджетные места? Да, кстати, я забыл об этом сказать. Этот вопрос очень актуален. И возможно ли переехать в Тюмень? И будут ли выделены общежития? И третий вопрос – это по стипендии, потому что стипендия в филиалах теперь уже отличается от Тюмени. В Тюмени это 1820 рублей получают студенты, в Ишиме 1553 и в Тобольске 1543. То есть повысится ли у них стипендия? Что касается бюджетных мест, то мы сегодня совместно с регионом, с департаментом образования и науки ведем очень такой конструктивный диалог с министерством для того, чтобы количество бюджетных мест не сократилось. Мы понимаем, что наличие бюджетных мест в Тобольске и в Ишиме – это вопрос социально-экономического развития данных муниципалитетов. Я могу одно сказать. Тюменский госуниверситет пользоваться квотой Тобольска и Ишима не будет однозначно. Более того, в этом году места бюджетные выделят в отношении каждого вуза раздельно. Скорее всего, только со следующего года мы получим бюджетные места как единый вуз. Уже в декабре мы с вами будем знать, какое количество бюджетных мест имеет Тюмень, Ишим и Тобольск. В этом году все будет гораздо раньше. Мы обязательно вас проинформируем. Это первый момент. Но мы заинтересованы в том, чтобы именно на педагогические направления и специальности этих мест было больше. Первый момент. Второй. По стипендиям. Я сейчас не готов ответить. У меня, конечно, вопрос. Почему у нас так разные стипендии в разных... Вообще государственная академическая стипендия, государственная социальная стипендия, она едина для всех студентов, независимо от того, где они проживают, насколько мне известно. Можно Марину Владимировну прямо сейчас пригласить, Худякову, она нам на этот вопрос ответит. И, соответственно, речь же идет именно об базовой академической стипендии.
надо выяснить, почему такая разница. Но студенты Ишимского и Тобольского вузов с момента того, как они станут филиалами, конечно, будут иметь больше возможностей. Почему? Потому что университет очень большое количество программ реализует. Первое – это именные стипендии, которые сегодня мы отбор ведем только в Тюмени. А завтра это будет Ишим и Тобольск. Что значит именные? Ну вот последнее мы принимали решение Альфа-банк. Они отобрали 40 стипендиатов, первокурсников. 40, по-моему, да? Или 30? 10. Ну, может быть, даже 10, потому что 30 тогда участвовало в конкурсе. Неважно, то есть отобрали каждые стипендии каждый месяц по 5 тысяч. Это вот только пример из последних вот двух недель. У нас есть государственная, у нас есть потанинские стипендиаты. Это программа, в которой только Тюменский госуниверситет участвует. И, кстати, один из немногих вузов, потанинская стипендия. Соответственно, автоматически табаляки и шимцы будут участвовать в ней, и лучшие студенты могут ее получать. Это тоже, в общем-то, шанс. У нас есть именные стипендии предприятий и организаций здесь, внутри, в Тюмени. Я бы мог там назвать там, стипендии Сибентелла, стипендии Сбербанка и так далее. На них тоже могут претендовать, соответственно, студенты, которые обучаются сегодня за пределами Тюмени. И плюс, ну я не могу сейчас точно сказать, но у нас есть повышенная стипендия ученого совета университета и повышенная стипендия ученых советов институтов. Есть ли такие стипендии у наших коллег? Если нет, то, безусловно, раз это будет единый университет, то студенты тоже вправе будут претендовать. Это уже размер там, от 6 до 8 тысяч рублей. По базовой, по академической стипендии, я думаю, надо уточнить, потому что сейчас не готов ответить, чтобы не вводить в заблуждение. По вопросу с переездом. А вопросы с переездом, что именно имеется в виду? То есть, бюджетное место сохраняется, если они хотят приехать сюда, в Тюмень, на это же направление? Как только мы становимся единым вузом, безусловно, если это будет единое направление подготовки, то да, скажем, педагогика и психология. Или начальное образование. Если программа реализуется в филиале, то с перевод бюджетным местом в головной вуз вполне возможен, тут нет никаких сложностей. Вот и все.